Друзья, гости, подписчики канала, всех вітаю. Сегодня у нас 3 березня, Украина, Днепропетровська область. В общем, что, друзья, в ходе подальшей ревизии, так сказать, на пасеке, обнаружилась еще у меня одна семейка неблагополучна. Одну такую семейку я вам показывал, мы еще зимой спасали. Ну, как и практика показала, благополучно ее спасли. Значит, там не было маточки, семья уже была, как сказать, отрутовивша, был горбатый расплод. Там уже сама пчела, наверное, съела, или я не знаю. Ну, в общем, семейку мы тут спасли. Сейчас, друзья, я все обнаружил при облете. Вот так обгадилась семейка. Бачите, обгадила переднюю стенку улья. Это первый показатель, что в семье не все в порядке. Какие-то есть проблемы. Сейчас будем открывать и дивиться. Помню, что я подлаживал сюда мед. Семья там под задней стеночкой сидела, ну, слабенько. Пару улочек. В общем, сейчас разберем, глянем, есть тут матка, чи нема, может, тоже трутовка. Я подготовил на всякий случай шестирамочник, если что, сейчас пересадим и подожмем на одну рамочку, там, чи на две. Ну, глянем, что тут по пчеле. Если тут маточки вообще немає, то тогда, опять же, сгоним всю пчелу на одну рамку, дам время, а потом ее подсадим до какой-то семейки. Так как, ну, выхода нема, надо по-любому что-то делать, так я оставить не могу всю семью, чтобы она дальше пропадала. В общем, друзья, давайте вскрывать, дивиться, и там все станет ясно, что до чего. Сейчас я подготовлю дымарёчек, все, и будем открывать. Открываем масочку и открываем улей. Как бачим, все следы есть опорожнения. Пчелка с той стороны трошки выходила. Мед практически не тронули. Не, ну трошки надъели. Все опорожнение, следы. Ну, друзья, по всей видимости, тут проблемы с кормами. Клуб сів с той стороны, где нема меда. Ну, сейчас проверим. Раз, два. Ну, три улочки растянуты. Тут трошки есть метку. Все полномедная рамка, с одной стороны, с другой половина. Тут, друзья, полномедная рамка. Ну да, восьмет остался с той стороны. Полномедная рамка. Следующая также полномедная. Долго был расплод, скорее всего. Тут есть трошки метку. Пчелка уже дала мне метку. Все рамки надо убирать из гнезда. Сейчас посадим их на хорошие медовые рамки. Да, друзья, есть расплодик печатный, все, маточка ходит. Все, маточка. Есть печатный расплодик. Не знаю, эту рамочку, наверное, мы поставим сразу в шестирамочник. Да, и с той стороны печатный расплодик. Попробуем, друзья, спасти. Маточка жива, значит, шансы есть. Так, есть шестирамочник, друзья, ставлю цю посередине и подпираю двумя медовыми рамками. Цю пчелу сейчас мы струсим, и цю пчелу мы струсим. Давайте, друзья, сразу улей уберу, чтобы он нам не мешал.
одну такую рамочку поставлю полномедненько с той стороны. А сюда поставим полностью медовую рамку. Мед. Тут жиденький, все темный мед, он жидкий. Сейчас, наверное, трошки грибану, чтобы пчела могла сразу взять его. Достаточно. Субастья, друзья, мед жиденький тут есть. Поставим его с той стороны пчел. Ну, остальных пчелок сейчас струсим. Даже на цей рамочке есть и все. 4 ячейки печатного и бачу, там яйца есть. Не богато. То есть маточка нормально. Не отрутовила ничего. Так, друзья, легонечко струшую пчелку. На сухенькие рамочки на медове. Одно с лишней рамочки, чтобы пчела на них не сідала. Давайте, друзья, подведем итог. Значит, мое мнение такое, что эта семья с осени могла сраиться. Что я так думаю? Потому что, ось, как видите, зимовала три улочки. Это была основная семья, она участвовала в медосборе, то есть сила семьи была хорошая. Но по зимовке мы видим, что зимовала три улочки, пчели, подмора не много, то есть таким количеством пчели эта семья и заходила в зиму. И так, слава богу, что дожила до березня месяца. Маточка жива, и это хорошо. Шанс мы ей дали, посадили на чистые рамочки. Ну, одна осталась-то такая грязненькая. Чуть-чуть есть там следы опорожнения на ней. Поставили ее в центр. По бокам дали две кормовых чистых рамки. Мед есть там жиденький. Я его открыл и поставил до расплода. То есть, я думаю, с легкостью они теперь той медок возьмут. Наверх я пока лепешку не ложил им. А более что-то жидкое, жидкий мед давать тоже нельзя, потому что залье пчелу, пропадет семья. Нельзя. Можно канди, но у меня на данный момент канди немає. Так что, друзья, ну, такие мои домыслы. Со своей стороны я работу сделал. Думаю, что семья выживет. Попробуем еще чуть-чуть позже туда подсилить ее рамочкой печатного расплода. Раскачать всю матку. Если нет, то эта матка пойдет на замену. Раева матка. Ну, это мои предположения, что раева. Я не знаю, что так просила семья, что пішло всего три улочки в зиму. Ну, как есть, так и есть, друзья. Все, до новых видео, всем пока.